Эй, здорово! Последняя цифра твоего лайка покажет, кто ты изменил плейграунд. А последняя цифра твоей подписки покажет, какой предмет у тебя будет мелом плейграунд. Итак, первый миф. Если вы включите стихию, которая притягивает, то джип не будет притягиваться. А если посадить внутри него мелона, то он будет притягиваться. Итак, давайте проверим этот миф. Так, как мы видим, наш джип не притягивается. Но сейчас мы посадим туда нашего мелона и проверим, притянется ли на этот раз джип. Сажаем туда нашего арбузика и включаем стихию. И как мы видим, наш джип подлетает. Миф подтвержден. Следующий миф. Если на мелона надеть шлем космонавта, то он не утонет. Давайте проверим этот миф. Мне кажется, это правда, потому что он как бы находится в шлеме. Так, берем двух мелонов и суем их под воду. И как мы видим, наш первый мелон начинает задыхаться. Сейчас же мы проверим, как будет реагировать второй мелон, на котором надет шлем космонавта. И, как мы видим, наш мелон не задыхается. Миф подтвержден. Если положить бомбу на голову мелона, она не навредит ему. Ну и так, давайте проверим. Мне кажется, это неправда. Потому что, ну, это же бомба, она взорвется. Итак. Ложим ему бомбу на голову и проверяем. Итак, что же будет? Миф опровергнут. Если выстрелить мелому между головой и туловищем, то он не пострадает. Мне кажется, это правда, потому что она же пройдет между головой и туловищем. Но хотя это как-то странно. В реальной жизни бы так не работало. Итак, давайте это проверим. И да, правда, он проходит между головой и туловищем. Значит, миф подтвержден. Итак, следующий миф. Если мелона привязать к стене и сбросить с высоты, то он выживет. Мне кажется, почему-то, что это неправда, потому что он просто оторвется от стены и ударится о землю. Ну, давайте проверять. Итак, вот наш мелон падает. И да, ему не нанесен урон. Миф подтвержден. Итак, на этом наше видео подходит к концу. А ты поставь лайк и подпишись.